Российские чиновники отправляют в служебные командировки. Теперь обязаны пользоваться услугами только отечественных авиакомпаний. Указ об этом подписал Владимир Путин. Документ уже вступил в силу. В качестве альтернативы госслужащим разрешено летать самолетами компаний тех стран, которые входят в Евразийский экономический союз. Это, напомню, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Приобретать за казенный счет билеты на рейсы всех остальных перевозчиков допускается лишь в исключительных случаях, если, к примеру, на нужном маршруте не работают отечественные компании. Представители авиационной отрасли уже отмечают, что подобные меры действуют во многих странах, например, в Китае.